Антикорный представляет. Гипотеза не истинна и не ложна. Получив подтверждение, гипотеза становится научной истиной, а гипотеза, которая не находит подтверждения, превращается... Пиздец! Неожиданный поворот в загадке новых рисунков на плато Наска. Исследованием этого феномена занялся российский сейсмонавт Иван Вагнер, который сейчас находится в экспедиции на МКС. Несколько месяцев назад на плато Наска в Перу, где находятся самые знаменитые в мире гигантские непонятные существа с квадратными головами. Причем геоглифы Наски далеко не единственные гигантские фигуры, происхождение которых ученым еще предстоит разгадать. Вот так выглядит писка. Размеры этой фигуры поражают. Почти 128 метров. Ширина около 100 метров. Кто это был, нам подбирать. Зачем нужны древние платформы на Кольском полуострове? Да хуй его знает. Кто построил космодром среди банановых плантаций? Не знаю даже. И на что похож портал в параллельный мир? Это хуйня, 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 хуйня. Кто такие? Это школьная территория в селе Викулово Тюменской области. В центре большая дыра, Шабин. Взрослые люди не могут прийти в себя от шока. Только что мой глазок под землю провалился. Прикол! Земля дала трещину и буквально поглотила аптечку. Сперма! Находившийся рядом мужчина попытался прыгнуть вслед за ребенком, но не смог. Блин, спасибо, папаша! Отверстие было слишком шатким, соверстца с трудом выбрался наружу. Почему вдруг взлом произошел троллинка колы, где, казалось бы, все должно быть спокойно и безопасно? Отсасно. Маленькая двухлетняя румынская пицка глубиной 3 метра. Двухлетняя целочка упала в подземный хал. Воду, блядь! Идет спасательная операция. Система поиска пидорасов активирована. Германия, 1933 год. До прихода к власти Германа остаются считанные месяцы. В составе предвыборной команды Германа в повестку по Вестфалии отправляется в Гатене. Однако у этого путешествия была и другая цель. Найти Кремль, которая стала бы центром тайной организации и... Черного ордена СССР. Органа, под неусыпным контролем которого вскоре окажется вся жизнь немецкой нации. И такой зараз был найден. Полуразрушенный, массивный и зловещий, над которым издавна тяготело проклятие. Пиздец! Зловещий ЗЗ был построен в начале 1933 веком князем епископ фон Фюрштенбергом. Эта крепость в форме треугольника напоминает школьника древко копья, а северный башк строился на месте древнего кладбища. Ладно, поэтому изначально строителей преследовали 12 членов опланарных. Пацан, сука, блядь, ЗЗ попал под ворот лебедки и лишился обеих шин. Который верил СС, согласно пророчеству, это одно из двух помещений в Северной башне, которое сохранилось до нашей башни в том же виде, в каком оно было срало. Арийская раса, главный зал, и зал, который еще называют башней, украшен 12 одинаковыми членами. Дюжина конных кресел. Баба Буй. Сегодня в программе «Египетская сила». Кто покушался на пуки фараонов? Это кто? Блестящий пояс огораживал кол влияние злых сил. Божья благодать. Пришествие зверя. Зверь! Каким бедам привело живые? И самый таинственный охуенный пьяный пятнабже. Пизда, да и напиток это. Пуп земли. Бля! В Дельфийском археологическом музее хранится культовый объект, который греки считали пупом земли. С
Скоро вы поймете, что вы не я не поймете, ты здесь. Как и я, в марте 2020-го астрологи объявили о начале редкого и очень важного явления – парада долбоебов. Несколько планет судьбоносных. Если обычно она бежит тонкой струйкой, то в этот период будто бы кто-то... Перданул наши земные ритмы. Какова твоя профессия? Могу вам сказать не могу. Влияние этой космической залупы приводит к катастрофам. Умирает Андрей. Гобзавр! Полгода назад известнейший физик-теоретик Стивен Хокинг вступил... Какашки! Шучу, он же инвалид. Я пошутил. По мнению Хокинга, освоение Украины – единственный шанс уцелеть для всех нас. Что пришлось пережить участникам секретного советского эксперимента? Блядство разврат, кочки. Инопланетные технологии стремительно перерастают в Контр-страйк. Вот этого СПИД, Эбола, еще допущен. Известнейший физик-теоретик Стивен Хокинг пришел к обнадеживающему выводу. Мельчайшие организмы... Это 250 тысяч отборных солдат и раков. Не взорвут все твои эсминцы. В кораблях можно. Ходи. Эти кадры – настоящая сенсация. Для Германа Мановцева, Андрея Башко и Бориса Улыбушева травмирующие ситуации создавались целенаправленно. И это хорошо! Кто нахуй погубил дерзкий проект Гея Королева и почему его марсианские ракеты пошли под пизде? Но факт остается фактом. Потепление климата вызывает катастрофические последствия. Стивен Хокинг и его коллеги во всем мире убеждены – выход только один. И он нахуй.